Что-то нас тут Томас немножко утомил своими банками. Давай сегодня поговорим о малом барабане из дерева. Мне кажется, там что-то булькнуло. В далеком 2007 году компания Tama выпустила эксклюзивную модель барабанных установок под названием Warlord. И, конечно же, первое, на что я обратил внимание, это его цвет. Компания Tama его именовала как «Африканские сумерки». Ну а второе по популярности, на что можно обратить внимание, это лаги. Посмотрите на ее архитектуру. У барабанов Tama больше ничего подобного нет, и даже поговаривают, что на спецзаказ ты это больше не закажешь. А внутри спрятан камешек, это сразу Сваровски. И уже потом, когда я получил в руки данный барабан, начал ковыряться там в Википедии, что из себя же представляет себя этот барабан, я узнал о том, что он еще плюс ко всему сделан из редкого вида дерева, именуемый как бубинга. 12 слоев дерева. Но у него еще литые обода. Вместо 8, 10 вот этих крутилок с двух сторон. А мы еще помним, да, о том, то, что сами по себе лаги, ну, они красивые, но они тяжелые. И все вместе. В совокупе это дает такой элегантный, но невероятно тяжелый каркас. Но, сука, красивый. Ну и так, если уже по мелочи, здесь еще есть машинка, которую можно под струнник подкручивать с двух сторон. Ты же хочешь свой уникальный звук. Хотя я думаю, ребят, ну вы и так слышите, там все круто.